Здравствуйте, меня зовут Тера Ливанчук, и я живу в деревне. Сегодня суббота, весна, 2 апреля. Хотела вам по традиции на 1 апреля что-нибудь смешное снять или из старого выложить, но не стала. Лёлик очень хочет с птичками поиграться. Но никак их не может достать. Конечно, тает вот это все грязь. Мы решили пока не трогать. Оно, может быть, само все растает. Потому что в прошлом году мы не попали и покалечили свои грядки. Вот эти вот красивые. Поэтому сейчас они появятся, эти грядки. Тверденько натоптано, поэтому ничего страшного. Козы, конечно, ходили. Маленько насвинячили. Ну, я к этому очень спокойно отношусь. Потом все это сметается в сторону газона или в сторону грядок и удобряется. Я к этому очень спокойно отношусь. Домой это все не несется, всякие коврики есть. Вот еда козья. Козы. Козы. Маська сегодня отказалась есть груши, немножко порезала, и она даже зерно не стала есть, потому что там грушами воняло. Фыркала, плевалась. Сначала попробовала, потом начала плеваться, фыркать, и от зерна даже отказалась, представляете? А маленькая съела. Вот как они любят кору. Давайте вам посильнее туда. Тетя моя, тихо. Вот так вот. Слушайте. Говорили, что если они будут кору много есть, то у них зубы сточатся раньше времени. Я думаю, что это неправда. Потому что кора, она, видите, какая сочная, весенняя. Не засохшие. Засохшие они бы и не стали есть. Привет, Лёлик. Греешься? Да, греется. Около камина. Хорошо тебе? Не хочет разговаривать. Лёлик! Лёлик. Эти. Тебе так удобно? Закрылся. Жарко. Лёлик, повернись ко мне, я с тобой разговариваю. Лёлик, невежливо. Да, говорит. Ты что ли у нас Лёлик? Ну? Да. Да, наш Лёлик. Ну? Ну, красавчик? Красавчик. Вот он, красавчик наш. Вот он наш красавчик. Лялечка наша. Ну ладно. Ну вот, попросила Вадима мне помочь. Он набивает мне стаканчики. Вот это
сколько сантиметров до верха? 1 сантиметр. А что это принципиально? Да, 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 Вадим. Ой, надо больше. Труд. Вадим, пожалуйста, побольше накладывай, ладно? Ладно? Тяжело рассаду. Так, смотрите, вот какая ужасная переросшая миростада петунии. Я буду сразу прищипывать макушечку. Потом, вот смотрите, вот это, по-моему, у меня подорожник. Точно подорожник. Надо мне его это цыплятам отдать. Тут не только этот, вот еще подорожник. Я опять посеяла подорожник. Мне главное его не распикировать. Вот кругленькие листики, это петуньки. Ну, ну, конечно, да-да-да. Угу. Ладно, все, сейчас начинаем. Так, у нас грязные стаканчики. Прошлогодние. Ну, видишь, они лопаются. Они пойдут, если... Да, которые лопаются, не надо. Выбрасывай их сразу. Там мешок с мусором. Вот туда сразу кидай их. Ага, в этот. Так, все, у меня тут лейка. А, подожди, стой. Так, леечка. Ножичек, чтобы вытаскивать рассаду. Карандашик, чтобы делать дырку, и ножнички, чтобы обрезать, ну, как называется, макушку. Можно сразу прищипнуть вот так, раз, макушку, вот видите. Первый поддон. Я не знаю, честно говоря, по-моему, это белые кустовые из пачки. По-моему, так. Точно не знаю. Зацветут, узнаем. Второй поддон. Я маленькие, совсем крошечные, тоже не выбрасываю, тоже туда. Потому что это важно. Сначала цветут одни, потом другие, чтобы не все сразу. Потому что если все сразу зацветут, не знаешь, куда бежать, что с ними делать. Ой. Мы сделали 3 поддона, вот это 4-й. Должно быть 4, но у нас закончилась земля, и мы занесли только ее растаивать. Ладно, может, завтра тогда. Вот здесь сидели индюки и утки. Видите, сколько добра. Можно всякие настои делать. Оп. Настойки. Настойки. Спиртовые настойки. Давай вот, вот. Тут у нас еще брудер. Такой накрытый. Он там чистенький вообще-то должен быть. Не знаю уж, проникло там туда или нет. Здесь мы будем делать стеллажи. И через недельки-две можно уже выносить петунии. Так, не сильно грязная она, да? Потому что они не пылили тут. Уже когда они зашли, тут пыли не было уже. Уже сухо не было. Только этот угол грязный, и все. Серьезная проблема. Такого еще никогда не было. Они вообще не едят. Я понимаю, что индюшки. Там может быть яйцекладка у них. Они там меньше едят. А индюк-то что не ест? А? Ну, вроде бы так, не худенькие, знаете, и несутся хорошо. Ну вот, что они не едят-то? Вы не убегайте от меня, я хочу вас снять. Они от меня бегают кругами. Ну, что делать, а?
Может, что-нибудь другое им надо кушать, положить. Комбикорм, ваш корм для несушек. У меня здесь раньше они для бройлеров ели, когда они неслись. Потом я стала давать такой комбикорм. Они его тоже сначала хорошо ели. Сейчас перестали есть, но несутся. Ну что ты злишься? А на меня? Что ты на меня злишься, а? А? Смотрите. Сейчас не могу подойти поближе, они убегут. Вот смотрите, индюшки. Задняя с длинной шеей с вытянутой. А передняя нахохлилась и крылышки опустила. Вот она что-то не то с ней. Сейчас мы ее поймаем и обследуем. К сожалению, ничего не сняла. Что я сделала? Мы ее поймали, и я ее всю прощупала. У нее был зоб твердый, вот как камушек просто. Видно, какая-то непроходимость была или что. Я, значит, что сделала? Я потихонечку его разминала. И как будто чуть-чуть немножечко проталкивала туда вниз. Я не знаю, как-то интуитивно это делала. Так достаточно долго. Попоила ее насильно еще. Потом и мне показалось, вот она ожила, забегала. Или сейчас покажу, в каком углу был прям такой какой-то там бардачок. Я поставила колесо сегодня. Вот здесь вот был такой бардак. Прям грязь, земля была. Они сюда неслись. Я им поставила колесо. Может быть, будут нестись к колесу. Не знаю, из той теплицы принесла. Сегодня кидала. В этого дурака кидала снегом. Он у меня ругается, я в него снегом кидаю. Ну, переживаю за индюшек, переживаю. Так-то они тпу-тпу-тпу у меня не болели, по-моему, ни разу, вообще ни разу. За все время тпу-тпу-тпу. И прям так в этом году удачно они у меня хорошо выросли. Без всяких проблем. Прям вообще без проблем. Здесь вот они спят на этих досточках. Ну, ладно, оставайтесь, все, пойду я. Вот на сегодняшний день сколько у меня яиц. Там 12. Это у меня в стаканчиках для рассады они лежат. Так удобно. 12 и 5. 17, 18, 19. Я жду, пока вывод произойдет. И сразу заложу. В принципе, температура здесь хорошая. Градусов 15. Нормальная. Они хранятся. И, в общем-то, по срокам хорошо. Не больше 2 недель будет. Поэтому... Да, не больше. Может, даже 10 дней. 2 недели нормально будет. И заложу все сразу. Не знаю про плод, понятия не имею. Стырили у Маськи веник. Березовый. Но это, конечно, на следующий год я буду делать веники, конечно, аккуратненькие, маленькие. Это я так, как попала, лишь бы, чтобы вот, ну, как бы им покушать. А буду... делать для бани. Пришла к Маргошке показать вам закат. И вы знаете, вот не получается так, как на картинке. Вот не так красиво, понимаете? Вот не так красиво. Вот у меня красное, а у вас желтое. Ну как так? А? Ну как? А небо у нас обычное сегодня. Ничего такого нет. Смотрите, какой нам у нас построили домик. Мне на него очень приятно смотреть. Очень приятно. Вот это вот наш забор. Наша баня. Дровничок, который переедет. Баня топится у нас, видите? Видите, дымок такой с печки идет. Такой дымочек. Баня натапливается очень быстро. Ну, за 30 минут прям жара. За 40 вообще париться можно. Вот так вот у нас. Я у Маргошки тут в гостях. Вот с этой стороны попробую показать еще. С березками. Красиво. Ну и все. Кому понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь с друзьями, пишите добрые комментарии.
Желаю всем мирного неба над головой, всем дружить. Пусть никто не болеет, пусть все живут дружно, пусть всем будет здоровье, благополучие. И все, пока-пока.